Многие люди мечтают завести собаку, однако их часто останавливают размеры питомцев. Согласитесь, что жить в маленькой квартире с той же хаски не очень удобно. Приходя к этой же мысли, человек чаще всего отказывается от своей мечты, забывая, что маленькие собаки ничем не хуже больших и способны принести столько же радости. С вами Глеб из Pet Shop Room, и сегодня мы расскажем вам о 5 миниатюрных собачках. Начнем мы, пожалуй, с бивер-йоркширского терьера. Эти милые малыши обладают невероятно терпеливым характером. Бивер может стать отличным компаньоном, а также настоящей моделью. Им очень часто делают разнообразные косички, наряжают в костюмы и делают красивые прически. Собаки этой породы в высоту 24-27 сантиметров, а весят они до 3,5 килограмм. Брюссельский грифон – маленькая собачка с по-настоящему харизматичной мордочкой. Эти деловитые малютки – отлично уживаются как с детьми, так и с другими собаками. Также эта порода очень легка в содержании, поэтому ее часто советуют людям, которые раньше не держали собак. Рост собачки достигает 28 сантиметров, а вес не более 4,5 килограмм. Итальянская болонка – это действительно идеальная собака для домашнего содержания. Она очень веселая и энергичная. При этом данный питомец будет редко лаять и капризничать по какому-либо поводу. Это действительно ангельская порода, которая станет для вас настоящим другом. Ее высота не превышает 30 сантиметров, а вес достигает 4 килограмм. Пекинес является представителем древней китайской породы. Эти собачки имеют уравновешенный и крайне дружелюбный темперамент. При всем этом питомец будет защищать своего владельца, даже несмотря на свои малюсенькие размеры. Пекинеса довольно сложно дрессировать, поэтому внимательно изучите особенности этой породы, прежде чем заводить ее. Весят собачки от 3 до 6,5 килограмм, а их рост не превышает 23 сантиметров. Самая миниатюрная из всех представителей такс, однако имеющая такие же охотничьи повадки. Встречайте! Кроличья такса. Очень подвижная и игривая собачка, к воспитанию которой стоит подходить с умом. Эта собака с чувством собственного достоинства. Она очень бдительная и смелая. Ее рост не превышает 17 сантиметров, а вес 5 килограмм. Надеюсь, что вам было полезно узнать про самые маленькие породы собак. Конечно же, существует огромное множество миниатюрных пород собак, и мы рассказали лишь про малую часть. Пишите в комментариях, какие породы маленьких собак знаете лично вы. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и жмакните на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Любите своих питомцев. С вами был Pet Shop Blog. Пока-пока!